обычно вафельки, сыр. Вот такую обычную вафельку взяла с детского стола и печеньку попробовать. У меня апельсиновый сок, у Сережи вафельки, яичница и сосиска. И он пошел за кофе. Вот такой вот у нас вид. Там горы. И мы будем завтракать. Мы это день тюлень. Лень. День тюлень. Вот лень все делать. Даже снимать лень. Но мы, в принципе, ничего не делали. Только лежали и купались. Вода уже становится холоднее. Нормально вода. Не, но все равно прохладнее. Шерсть еще греет. И мы идем на обед. Там сейчас были какие-то игры в бассейне, но они народ еле набирают. Все на море, и никто не хочет участвовать. Ой, там что-то повесили внизу. То же самое, перекинули. То же самое, что и вчера. Вот сегодня у нас что будет. Мы вчера не досидели до конца шоу. Нам стало скучно. Мы пошли. Там все закрыто. Сегодня уже воскресенье, а во вторник мы выезжаем. Холодную Москву. Да, вот такая скульптура. Сейчас покажу. Фонтанчик. Да, с маленьким фонтанчиком. Да иди. Мам, пошла фоткаться. Покажу, что мы будем кушать сейчас. Вкусняшек в обед. Сам обед я вроде бы снимала. Только открылась. Еще никем не тронутая. Смотрите, какой красивый торт. И они вкусные. Мало того, что красивые, правда вкусные. А то часто бывает в отелях, что безвкусные. А здесь у каждого свой разный вкус. Такие десертики, пудинги, пахлава, моя любимая. Вот такая красота. Супчик попробовать сделать. Сережа тут чего-то набрал. Он еще где-то ходит. Взял попробовать. Молочный коктейль, видимо, растишку. Зай, ты хочешь подрасти? Да. А это что такое? Это, видимо, салфетки. А почему они такие круглые? Такие новенькие. Новые салфетки у нас. И пиво. Вот водопад начинается. И решили пойти в мини-зоопарк днем сходить. А то мы ходили вечером, темно, ничего не видно было. Решили пойти сейчас. Вот такая красота. Прям мне так нравится. Покажем дорогу, а то не все знают, что он вообще здесь есть и что это наша территория. Наверное, камера прыгает. Ой, да, после обеда по лестницам ходить очень сложно. Скажите, Сережа, идет моя сумка? По-моему, очень.
И почему ты раньше... Это не ее сумка. И почему ты раньше носить ее не начал? А? Почему ты раньше ее носить не начал? Я тебе предлагал. Ты... Не, я сама. И сами, с усами. Вон, лампа надо дома. Зачем вон, тебе такая лампа? Надо дома. Что, медюстру? Нет. Вы не подумайте, что мы тут хотим все забрать. Вот вход в турецкий ресторан и дальше проход в зоопарк. Ну, тут мини-зоопарк. Вот так вот в турецком такая красота. Беседочки такие. Ну, обычно это все тут вечером работает, наверное. Конечно. 7 часов ресторан открывается, сейчас он закрыт. Тут даже типа сцена какая-то, что ли. Ты чего? И мы идем к курицам. Ну, вон одна, там парочка идет на выход. Они просто ходят там, индюки. Да, и даже не убегают. Да, они сейчас с тобой бегают. Вот, смотрите. Здорово. Че, какие дела? Я вам еды не принес. Как их много. Сейчас я еще сторис засниму. Мам, тебя идут встречать. Какие вы гостеприимные, ребята. Это дворец. Заходим. Это ваш гид. Он проведет экскурсию. Кто это тут? Голубь. Да, нам же голубей в России мало, мы сюда приходим на них посмотреть. Курочки с цыплятками. Цыплятки. Через сетку, наверное, плохо видно, но... На сетку. Такие малышки. Вот еще одна моя курица. Я с ним поговорил. Нормально у них все. Кормят хорошо. Лучше, чем нас. Облезлые? Вы что, ребята? Да, вон там, смотри, прям. Что ты сказала, облезлые? Ну, он, походу, вот этот их и держится, потому что он не облезлый. Вот, вот такая тоже красивая штучка. Какие-то курицы, курицы. И пахнет тут не очень. Ой, вот эти лапочки. Кролики. Кролики. Эй, парень. Курицы черные какие-то. Воняет, конечно, здесь, да. Они из
На улице ждут уже народ. Ребята, ну что ты жопой ты встал, ну? Эй! Новый фото, новый. Повернись. Вот так. Так хорошо, молодцы. Давай, попозируй. Красавчик. У них тихий час прошло. Птичка. Это кто? Фазан. Привет. Индейка. Блин, ребят. Филе ведра. Это не вас нам каждый обед дают? Красиво. Перья у него в голове красивые. Там барон стоит на горе. Курица. Чего там? Баран прямо на камне стоял. Козлики. Как контакт, не лопа. Их там три. Я вижу, он еще один за деревом валяется. Куропатка. Ты пойдешь туда? Будет две. Вон сколько, они спят. Вы что дрыхнете? Сейчас. Вон, одни морды торчат. О, вот. Главный котяра. Хозяин, охранник зоопарка. Главное, и они вот эти вот огромные, ничего. Вы что скажете, что вам от меня надо? Да пошли вы. Я же спокойно лежала, никого не трогала. Лежу. Кролики? Эй, красавцы! Красавец! А это ангорский кролик. Те обычные, а это какие-то ангорские кролики. Ангор. Такие лапочки. Ангора, это из этого делается? Шерсть ангора. Ну классно, да. Вон там вон ухо торчит. Черненький. Лапочки. Да? Вот. Животных мало, конечно. Наверное, было что-то, но... Вот. Такой вот мини-зоопарк. Куда вляпал? А Сережа вляпался в какаху. Индюки, блин. Никогда не любил индюков. Поднасрали. Приеду, дома индейку приготовлю. Самый слабый звено, короче. Больше всех достается. Утки! Вот, вот, вот. Вон около остановки, смотри. Вот эта остановка, а вот эти птицы. Птицы зовут. Фу, воняет тут. Все, я отбился от какашки, короче, все нормально. Ой, а куда они ушли-то? Да они, наверное, туда пошли. Туда? По-любому. А почему они на дорогу не выходят тогда? Зачем на дорогу? Там страшно. Они воспитаны? Они в ресторан пошли. Обед же. А, ну да, точно. Мы сейчас за мороженкой? Вон. Да? Да. Мы заходим за мороженкой и идем на пляж. Вон они гуляют тут по ресторану. Бар почти, наверное. Кофе с пончиком. Вот такой вот пончик.
Я сама себе сделала. А я сделал вот такие. Не слушайте его, он врет. Он взял в холодильнике. А я сделала сама. Я попробовала все. Все сиропы, которые есть, посыпала кокосовой стружкой и вот этой посыпочкой. И кофе еще взяли. С каким-то сиропом синим. Ты что, глаза выпучил? А там вон деток привели из мини-клуба кушать мороженое. Ну и все бегут на ужин. Мы первый раз пришли к открытию и не понимаем, почему. Что-то там такое особенное, что ли, раздают? Мы бежим смотреть закуски, это смешно. Просто постоянно люди разбирают сразу же в закусках креветки и рыбу соленую. Ее кладут совсем-совсем немножко и больше не докладывают. И мы решили сегодня провести расследование и пойти к самому-самому открытию посмотреть, будет тут что-то такое или нет. Где они вообще, блин, это все берут? Нету? Что ты нашел? А мне? Мне хватит. В общем, наше расследование не увенчалось успехом. Зря бежали. Ну пойдемте в начало. Это фиаско. Чего? Сейчас прикинь, а там что-нибудь туда ведет. А, нет, с двумя. Я просто уже одну открыл. Сегодня чуть-чуть, а не три тарелки, как в предыдущий раз. Да, сегодня тарелочка раков, Сережа там рыбка, как обычно, еще что-то навалено. Которую я не съем. У меня там рыбка, индейка и фри. И я, мама с папой уже там подъедают что-то. Есть не хотели, сидят, питонят оба. Мы опять на своем месте, красивом. Звал ее Матильдой. Я уже каждый ужин ее жду. Держи. Она такая толстенькая. Да, Матильда? Эй! Покушали, кушали, короче, вышли. Ребята, реклама магазина может тоже снять. Да, отлично. Пожалуйста. Поставь. Кожу меха, ребят. Давай в магазин посмотрим, дорогой. Пахлава, пацаны. Вот. Вышли, короче, пройтись. Родители у нас опять уехали в Кемер, да. Так как папа не ездил с нами. Хотя, ну что там делать, все дела. Теперь сам захотел джинсы и так далее. Вот. Надо было изначально ехать, не послушал человек. Ну, попер сейчас. Решил полностью отовариться. Мы решили погулять тут у нас. Да. Мы уже настолько накупили всего, что у нас не хватает багажного веса. Будем что-нибудь придумывать. Потому что едем не только мы. Может быть, раскидаем еще кому-нибудь. Но нас это еще не успокаивает. Мы вышли опять на охоту. Вот, мы... Мы еще не все купили. Да, подарочки ищем всякие. Сувениры, подарки. То, что обещали, и то, что не обещали. Вот. Ну и хотели бы найти хороший табак для кальяна. Я, наверное, хотел бы найти. А Настя... А Настя хотела бы найти спортивный костюм теплый. Мы, короче, видели на... в Кемере, и она отказалась его мерить, козявка. Взяли бы там хороший костюм. Будем искать Иванова. Довольно-таки спокойно. Никто особо не пристает, как во многих случаях, что прям аж тянут. Вот. Это хорошо. Есть аптеки очень хорошие.
лекарства. Мы потом закупим. Чуть позже, наверное, завтра мы пойдем что-то купить. Ну, опять же, немного. Потому что, во-первых, неизвестно, пригодится тебе. Ну да, по минимуму самое необходимое, наверное. Что должно быть. ОРВИ какой-нибудь такое. И куда опять же это класть. Вот. Ну, будем думать. Не знаю. Будем как контрабандисты, наверное, ехать. Вот, в 10 куртках там. Проезжать через металлоискатель. Я не знаю, как мы это будем совершать. Матрешку. Да. Ну, что-то придумаем. Здравствуйте, добрый вечер. Да. В общем, мы гуляем, покажем потом, если что-то купим. Что-то интересное. Есть куча всяких магазинов. То есть надо смотреть, ребят, надо смотреть. Чайные горы, ребят. Можно как кокос, прям, знаешь, как Аль Капоне прям. Вот. Куча всего вкусного. Глаза разбегаются. Блин, мы только поели, нас угощают сладостью. Меньше цены. Все как обычно. Так что мы идем, мы сегодня настроены идти до конца. Этот поход Настя собиралась у меня 3 дня. Я просто как бы, ну, нормально к рынкам и вообще всем таким вещам отношусь. Хотя обычно наоборот. Да. То есть я могу ходить до победного. То есть я могу ходить по магазинам очень долго, но не по рынку. Для меня это просто мука. Когда особенно начинает торговаться, его не остановить. Я могу пройти его весь, узнать все цены, короче, идти обратно торговаться там и получить свою цену, как бы, которая мне интересна. И она у меня уже сходит с ума в этот момент. Мне так нравится, как пахнет вообще. Ну, мне нравится. Лосьончик тут. Эта серия очень крем. Напшикали всяких туристов. Я хочу что-нибудь из этой серии себе взять. Возьмем. Али-баба кальянная, в которую мы сейчас пойдем и спросим цену. Вот. Спросим цену табака. Ну, классно. Я прямо там не мечтаю. Ой, она знала, на что она была готова. Она знала, что мы в любом случае сходим в эту какую-нибудь из кальян. Ну, мы сейчас туда не пойдем. Ну, сейчас-то мы не пойдем, мы после покупок пойдем. Вот. Что, пойдем? После покупок сходим? А когда мы пойдем уже? Все, конец отпуска. Что мы купили? Купили вот такой мне лосьон. Он оливковый, очень вкусно пахнет. Маску для лица с ментолом. Чай вот такой вот. И вот такой какой-то пластилиновый чай. И в подарок вот такой вот разный чай. Тут несколько коробочек. Теперь только осталось это куда-то запрятать в чемодан. Будем вот так вот заталкивать, завтра их собирать. Вот, а сейчас мы идем на шоу, посмотрим, что там сегодня будет.